В актовом зале районной администрации Северского района прошло заседание Совета по межнациональным отношениям. Участники обсудили всевозможные вопросы, касающиеся межнационального сотрудничества. По мере возможности представители разных народов участвуют в общественной жизни муниципалитета. Больше возможностей для этого появилось с созданием Северского центра национальных культур. Задача центра – изучение, развитие и поддержка национальных культур, гармонизация межэтнических отношений, развитие принципов толерантности и уважения к самобытным национальным культурам всех этнических групп, населяющих Северский район. На базе центра создан муниципальный ансамбль песни и танца «Весна», который порадовал собравшихся своими колоритными номерами. Глава Северского района Андрей Дорошевский отметил, что работу Северского центра национальных культур можно подкорректировать в плане проведения культурных мероприятий. Одна из главных задач совета – предупреждение межнациональных конфликтов. К счастью, на протяжении многих лет межэтнические отношения на территории района стабильны. Все мы живем в мире согласия. Я надеюсь, уверен в том, что мы будем дальше. Конечно. Да, жить в мире и согласии только объединяет нас. Это наша малая родина, которую мы все и любим, и беспокоимся о процветании нашего поселения. Поэтому, как говорится, пока мы едины, мы не победим. На встрече члены совета обсудили накопившиеся проблемы и наметили возможные пути их решения.